Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Через сколько начало? Ну, капа есть, он найдет, не хочет. Мандажа нет. В принципе, вы все подписали, так что если кто-то останется без яиц или без зубов, это уже будет на вас. А вот? Ну, как это на мне? Нет, если он не без на яиц останется или нет, без зубов? Нет, в том-то дело, что у него нету бандажа, и он не хочет одевать капу. А он не хочет капу одевать? Да. Ну, это он точно зря. Обидится. Да-да. Вот, можете спросить. Короче, ребят, я готов, все, я стою. Вик, на вот так, подержи. Просто карман, бери. Меня поснимаю. Короче, ребят, я готов, размялся, все в порядке, все при мне, так сказать. Пожелайте мне успеха в бою, добро и позитив вперед, короче. Позади отступать некуда. Вот эти бицуни, я на них ставлю сегодня. Ясно. Это говорит, кстати, ведущий. Да, но я как бы публику не буду подговаривать, но в каморке скажу, что, мужик, я за тебя. Окей. Мне кажется, изменение будет. Посмотрим. Интересно, сколько оно продлится. Посмотрим. Нет, вообще ты его можешь быстро не вырубать и растянуть на ворсы. Не, задача, как бы, задача одна победа, все. Задача одна победа. Так что, ребята... Так, ну что, наверное, пора. Люди... Держим пальчики. Бандажа нет. Да. Мы ждем бандаж. Когда бандаж? Какого-то ракушки? Ну, расписание не сделал, чтобы на бой не выходили. Значит, я есть. Один заболел, второй ракушку не взял. А капа есть? Капа есть, но я не... А вы не имеете права не одевать. Вас на бой не пустят. У нас капа есть. Капа для безопасности. Да, и сердечек бандаж много. Есть, все капа есть. И бандаж. Вы сейчас бой сорвете ногу. Может, потом выпнули? А потому что главный судья у тебя принят решение. Мы не знаем, как он пошел. Нет, тренер сейчас пошел. Вот он пошел выяснять отношения. А решение главный судья принимает. Пустит, пустит, не пустит. Извините. Все, готовимся. А купить? Победить все меньше. Да. А купить? Да, ребята. Нет, нет. Почему? Сейчас сами все увидите. Никого, это... Нет, это уже прошло. Она пока не идет? Нет, не идет. Там попробуй закрыть приложение на через дорогу. А может потому, что из-за того этого же места есть трансляция? Да, вообще. Что, прямой эфир? Да, прямой эфир. 4000 человек. О, Серега. Родиончику респект, короче. Вот он, чемпион. А, ребята, что мы ждем? Ракушку или что? Или капу? Можно лучше. Капу ждем. Сейчас договор ждем, чтобы судья из главного. Все, уже в форме, готовы к бою, да? Реально. Мы вам подарок подготовили, наконец-то. Евгений. А какой подарок? Есть. Подарок? Весы, бандаж. Хороший, понравился. Весы, бандаж. Нормально. Бандаж, блин. Теперь твоя корона не пройдет. Три ровно, что ли? Секунду. Ладно, научиться. Ладно, научиться. Что, и научишься технику? Хорошо. Я тебе ложку. Вот он спрятался. Пойдем. Все, пойдемте. Сюда, ребят, налево. Куда? Здесь будете биться. Значит, ребят, что у нас там? Развод. Это прямой эфир. Я вот мы меняли его. Ребят, мы эти его. А понял, ТВ, видите, даже телефон Андрей. А у меня просто факт. Просто факт. Михалыч хочет остаться без зубов. Опять же он будет потом... Михалыч герой. Как он будет бумагу потом жевать? Вот это вот под вопрос. Скажите, мертвый Герман. А вы яблоки закрываете, ребят? Я да.